Улица Полевая. У меня двое племянников, один брат, мама и папа. У меня есть собака, лабрадор, который зовут Лави. Много друзей, хожу в гимназию номер 56. Моя лучшая подруга – это Маша Карбунцова и Мария Давидонова. Хожу в театральную студию, занимаюсь рисованием, гимнастикой и плаванием. И занимаюсь французским. Моя лучшая дочка – очень большая дружница. Очень терпеливая, очень целеустремленная, очень способная. У нее очень много талантов, она старается все их развить. Она подходит к делу всегда очень серьезно, поэтому она не по возрасту серьезна, а трудолюбивая. Поэтому мы все рассчитываем на ее успехи в разных сочетаниях, да? И в языках, и в художественной школе, и в театральной. А уж кем она вырастет, кем станет, она будет решать сама. Участница под номером 34, Бородина Анастасия. Активная, веселая, жизнерадостная. У меня много друзей, говорит она. И я со всеми расскажу об физик. Бородина Анастасия. Я просто замираю на секунду,
И думаю, нет, это не я, это меня с кем-то перепутали. Но все-таки потом я выхожу на сцену, вижу, никто не идет. Я такая испугалась, все, меня перепутали. Но вдруг идет девочка и начинает меня награждать. Я просто своим глазам не верю. Хочу сказать большое спасибо организаторам, всем, кто это придумал. И желаю, чтобы у них все получалось.